отдыхать, посидят на приемках. Здесь полтора-два месяца вообще. Ноль. Как тебе? Да, это максимум. Полтора-два месяца. То есть сегодня у нас с вами 15 июля. Я думаю, что 10 сентября можно будет в зале уже покрыть. Изготовлено из металлического профиля 50 на 50 на 4 миллиметра. Внутри заложена звукопоглощающая минвата, чтобы не бунило у нас и не было эффекта барабана, когда если кто-то пройдет. И покрыто сверху двумя листами фанеры 21-й и в торце 10-я фанера. Технологическое оборудование, цирковое, монтаж. Оно вам всем подряде или они отдельно будут подряде? Нет, это у вас оно, да? А кто вообще его делает? Делает компания LTM Music. То есть это не дефицит? Оно все есть, оно все у нас лежит на складе в Видном. Смотрите, полы уже какие-то сделаны, все, да? 5 плюс. Я вам хочу сказать, что потолок к тому же ничего страшного, как идут. Ну, по пожарным нормам там у нас немножко есть даже, да, площадь наша убрана, я имею в виду. Нарушений нет. Фойе сделано достаточно очень богато, потому что здесь гранитные полы, гранитные... Извините. Пойдем столбы, все. Да, то есть облицовка, то есть это очень колонны, да. Очень хорошо в плане эксплуатации, это не вспучится, это тоже на долгие года. Здесь вот будут заменены двери, то есть дверные именно группы, то есть будут изготовлены по индивидуальному проекту. Нам в прошлый раз показывали. Нет, они все видели же. Варианты сейчас вот выбрали. У нас какие будут? Они будут вот такие, вот этот вариант. Вот это, да? Да. А когда это вы уже? А сейчас все, контракт заключен, все это в изготовлении, то есть и у нас планируется, то есть по графику. А срок изготовления сколько? Именно дверная группа, это срок изготовления 3 месяца. Вот, то есть мы успеваем в общий срок. 30 ноября, контрольная дата для всех 30 ноября. Какая высота? Высота будет... 900. Да, 900. Лошадь перепрыгивает, да лошадь не будет. Для защиты не низко? Вы говорите, безопасность. Раньше у нас вообще ее не было. Вообще не было. То есть расстояние соблюдено? Да, был один барьер только. Был барьер наверху. Да, ну, да. Где-то сантиметров 40. Да, также и верхний будет, а ограждение, оно будет там в более простом дизайне, но тоже будет из дерева сделано, из ясеня. Владимир Евгеньевич, боюсь, чтобы вы тигров не съел. Для тигров там еще загородки же будут. Правильно? Дополнительно. Обязательно. Но да. Поэтому уже будет клетка. Клетка обязательно. Мягкая, жесткая, но клетка. То есть будет тоже специальные панели, не горючие, шпиль и дерево. И это вот тоже будет вот таким дизайном, да? Да, то есть вот этот вариант выбрали. Да, вот этот вариант более спокойный. Да, то есть это будет из гипса сделано. Это сколько изготовления все это тоже будет? Это тоже сейчас в работе. Да, это все общий срок. Да, да, да. То есть мы в августе уже будем... Ну, дизайнер неплохо отработал. Я, конечно, не специалист в области дизайна, но мне кажется, достойный. Там остается а подпора здесь не будет. Они здесь не обязательно. Здесь же не задымляет нам помещение, здесь нечего гореть. Для чего это совершенно? Олег, процент дополнения как? Ну, смешной пока, 10%. Но у него вал пойдет где-то с сентября-октября. У него сейчас все заказано. Нет, от общей реконструкции сколько сейчас сделано? Ты говоришь, 250 осталось, да? Да. 250, значит, выплыл 65%. Сколько на отделке народ работает? Сегодня в целом у меня 62 человека на объекте. На отделке сколько? На отделке половина. Чуть даже, нет, больше. Половина получается. Треть у меня, четверть идет на инженерке, четверть на подсобке и половина на отделке. Отделку надо увеличить. Здесь будет непосредственно две больших кабинки для инвалидов. Это женский туалет. Будет отдельная раковина для инвалидов, оборудована полочками. Здесь у нас установлены везде. Подвесные унитазы, инсталляции везде стоят. Все современно. Слушайте, а перекрытие проверяли, да. Что-то им не нравится. Ну, было в лаборатории, у нас есть заключение. Все в пределах написано. Ладно, не будем с ученым спорить. Отделочек нужно, отделочек надо увеличить. Количество отделочек надо увеличить. Это бетонная балка? Это металлический. Металлический, я просто вижу, она под... Двутавра. Двутавра. Вот, короче, перекрытие началось, выдвижу. Вот я прошу... Ну, лаборатория говорит нормально. Ну, что мы с тобой можем сделать, если лаборатория говорит? Ну,
Прямо удаление, приточь, вытяжка. Это удаление. Ну, это работа не сильно большие по финансам, но всегда рады лично. Этого не было. Дело в том, что мы вот были 2 месяца назад, и тут тоже было в таком же состоянии. То есть не видать движения. Прошло 2 месяца. Вот в этом конкретно то же самое. Залитые стяжки, залитые наливные полы, подготовка под линолеум, подготовка под отделку сделана. Ну, уже там люди работают. У вас календарный план работы появился? Какого числа будет художники заходить? Я вам сейчас так сходу не отвечу, я его наизусть не знаю. Пройдемте потом. Срок сдачи по контракту 30 ноября. После совещания пройдемте, все, пошли. Да, Иван не будем вовсе. Никто эти планы мы их рисуем для того, чтобы, выполнять условия контракта. Ничего не изменилось во время КПСС. Хорошо, сдача 30 ноября. А первое представление, когда в обновленном цирке? Да, давайте начнем с того, что выйдем из пандемии и начнут работать культурные... Если пандемия будет не та в сентябре, и 30 ноября закончатся все работы, ну, значит, на новогоднее представление... Мы переоденемся клоунами, возьмем ваши любимые, чем вы плещетесь, бутылки с водой. Это вы плещетесь. Мегафон. Мы только в экране смотрим. Есть шанс снова... Вы детям покажете, что состояние большой дома влечет. Если ремонт закончится, конечно. Я думаю, дети будут довольны. И вы сыграете депутатов на сцене. Поливание водой просто. У тебя, брат, никак. Без других товарищей. Но у них фракция. Ну да. Единый организм.